Телерадиоканал «Страна ФМ». Один. 18:03 от «Страна ФМ», 89.9 в Москве, 102.0 в Санкт-Петербурге. Как вот эти парни меня спрашивали, а какая кнопка в триколоре? 742, а также «Страна.ФМ». Трансляция на сайте «Страна ФМ», наш эфир. А сегодня мы не одни здесь. Добрый не вечер, просто друзья. Так мы в поле на стуле сидим. Лиз, Калина, Майк Войс, представляй парней. Да, друзья, всем добрый вечер. Подключайтесь, у нас сегодня классно, трогательно, мне кажется, будет хорошо. Итак, представляю у наших гостей. Давай. У нас сегодня два Никиты, между прочим. Но одного из них зовут по-другому. Да, один запретил себя так называть. Граб Побой, привет. Yeah. Вот он. Современный поэт, певец, автор, ну, песен, так, да, автор. Есть, все правильно. Друзья, за, я даже не знаю, как правильно за сказать, роялем. За синтезатором. За роялем, да. Сказать, за роялем, но, тем не менее, Ник Сапронов, композитор у нас в гостях. Этот человек пишет крутую музыку для различных спектаклей. Участник рок-группы «Лензвук», лауреат международных конкурсов композиторов. Ну, короче, Ник, привет. Для тех, кто нас смотрит, я должен обязательно пояснить, как вы должны различать этих двух молодых людей. Все очень просто. Оба в шляпах, оба в черном. Оба в очках. Но единственное, у одного есть спичка на шляпе. Это Граб Побой. А у другого спички горящей нет. Это Ник Сапронов. Вот и все. Вот и все, да. Так различайте по голосу. Ну что, парни, как у вас настроение? Как дела? Класс. Добрый вечер. Всем привет. Здравствуйте. Мы чуть не опоздали. Ехали по пробкам к вам, да. Сражались с водителями. Драки у нас были там. Драки водителей такси. Откуда ехали к нам? Ник вел, что ли, или что? Да, да, да. Нет, таксист просто вылез из машины, и мы наблюдали, как он начинает драться. Мы как будто играли в Nintendo. Подождите, прям Mortal Kombat был на улице. Ну давайте расскажите, я люблю такие вещи. Что было? Один сначала сразился с машиной, и он начал как бы атаковать ее. Так. Да, потом подключился сам водитель. Это мотобот был. Мотобот, да. Автоботы собираемся. Ну понятно. И мы скрылись вместо преступления, отстреливались. Ник бросил пару гранат. Да ладно. Я здесь. Пару музыкальных? Музыкальных. Ладно, в двух словах. Давайте, парни, расскажем. Парни, проспали, да, что вот именно. У вас такой необычный тандем. Один поэт, другой музыкант, и вы представляете, даже не знаю, как назвать этот жанр? Что вот мы сегодня услышим, увидим? Хип-хоп. Хип-хоп, конечно, мы же черные, ну, в смысле мы делаем... Люди в черном. Да, люди в черном. Реально хип-хоп все-таки? Да нет, конечно, ну, нет. Ну что это? Ник, композитор, он делает неоклассику. Да, нет, неоклассику. Не неоклассику. Ну ладно, хорошо, вы давай, еще скажи, как не надо. Определили, он да? Уже живой классик, так. Да. Ну, просто пишу музыку. Неоклассика просто такой жанр, который не очень меня устраивает, определение так. Его. Угу. Вот, просто музыка. Второй читает стихи? Да. Под сопровождение музыкальное второго да, Никиты. Да. А как вы друг друга, вот у меня есть информация, нашли через соцсети, это правда? Да, через какую, чтобы мы знали, какая? Сайт знакомств. Да мама, просто да. На маме, да, познакомились? Конечно. Через Тиндер, да, свайп и все, и готово. У всех свои цели, да? Да не, у нас просто есть общий друг, как раз басист группы «Лензвук», в которую я играю. Так. Да, и у меня... Да, говори, конечно. У меня был первый концерт в городе Санкт-Петербург, и я написал ему, я говорю, слушай, волнительно, нужен какой-то аккомпанемент. Ага. Такой большой город, надо читать как-то людям красиво. Стихи, да. Так. Он говорит, парень, есть то, что надо. И ну, типа, и мы с Ником просто встретились буквально за пару часов до концерта. Да. Да. Я-то знаю, я готовился к интервью. Пару часов нет, до концерта. Нет, за два часа до концерта. Я думала, что это так, не так буквально. Вот. Да, правда. И он говорит, ну покажи, что ты умеешь. Я прочитал. Он говорит, я знаю, что надо делать. Мы это сделали. И, всем понравилось? Да, был первый концерт. Так. Ну, во-первых, ну понятно, да, это же очевидно. Не надо говорить, что там вот эти искорки, все вайбс. Да, ага. Совместные. Так, так. Ну, как в Тиндере а, все, да. Да, конечно. Супер, лайк поставил так. Выбрали друг друга. И мы выходим после концерта, это был первый раз. И типа я не понимаю, как это работает все. Как людям понравилось, не понравилось. И мы открываем гримерку, они стоят, они не уходят. Ну, типа и автографы, и все. Ну, это... Вот этот день, когда все нахрен изменилось. Смотри, Никит, они сейчас... Ты в эфире, в прямом, поэт! Те, кто сейчас стоят нас смотрят, да, они сейчас продолжат нас смотреть на просто музыку. Послушаем и вернемся. А мы продолжаем здесь два Ника. Один Никита, другой просто Ник. Они у нас оба в гостях. Граппа Бой, вот, перед нами. Это мы. Это та самая граппа или это не та самая? Да, граппа та самая. Я балдею, твоя надпись на самом деле на шляпе. Повернись чуть-чуть в профиль, а? Если жизнь ночь, становись солнцем. Вот так это вот написано классно. На шляпе у человека, который пришел весь в черном. Девиз. Это... У него желтые очки. Желтые очки, да. Да, это солнечные очки. Это удивительная история, это кусок, это цитата из моего стиха. И он один из, это правильно говорить, вирусный. Ну, то есть его девушки набивают себе татуировками целиком весь стих.
и цитаты, и меня тегают постоянно в Инстаграме. Слушай, ну раньше это был статус ВКонтакте. Вот раньше такое, был статус ВКонтакте. Мы такое любим. Теперь бьют. Да, теперь бьют на грудь. А, кстати, какое самое вот место, которое ты видела у дам, где бы набивали твои стихи, ну, самое экстравагантное? Цитаты. Бывает по-всякому. Бывает по-всякому. Джентльмен. Да. Слушайте, ну, в двух словах, смотрите, мы остановились на том, что у вас такое сотрудничество сложилось. Вот эта вот новая волна, которая сейчас есть на вообще на поэзию как таковую, вы с чем связываете? Почему она так сейчас востребована? Не знаю, не как ты думаешь. Мне кажется, история циклична. Ну, может быть, просто люди изголодались по этому жанру, потому что, мне кажется, давно он не был популярен какое-то время. Вот. И я думаю, кстати, из-за этого хип-хоп сейчас на волне и рэп. Чуть ближе к микрофону. Да, да, извините. Ага. И поэтому сейчас рэп на волне, потому что там в первую очередь это тексты и поэзия. Вот. Поэтому... Сопровождающаяся музыкой. Ну тоже, да, так да, или да. Иначе. Музыка на втором плане. Хотя это тоже можно об этом говорить, но рэп победил рок, к сожалению. Я думаю, что пока есть прекрасные девушки на свете, пока есть вино, то поэзия не умрет, мне кажется, никогда. Девушки и вино, красота. Да, Рики, да она свободна, поэт. Господи, что я могу. Ты мог сразу меня спросить, гримёр, да Лиза свободна. Слушайте, ну, друзья, мы хотим... Эфир 9 закончится, если что. А то мы Тиндер, хотим Тиндер. Да, да, да. Познакомиться с поэзией. С поэзией, так, хорошо. Конечно. Ну что, давайте познакомимся с поэзией, конечно. Давайте, ребята, мы готовы. Ты будешь возвращаться домой рано утром. Поливальные машины торжественно тебя встретят. Когда весь город туманом окутан, и фонари, что зажигаются в лужах и светят, тогда ты заметишь в их отражении на самой глубине мокрого асфальта все то, что скрывается в душах, и то, от чего нету спасения. И тогда ты вспомнишь ее взгляд, ее руки и нежные звуки, и этот дурацкий наряд для холодного марта. И тогда ты поймешь, что твое сердце тоже тает, и что все это было не зря, и что он скоро настанет, тот самый первый день календаря. Целовать, божечки, как я хочу тебя целовать. Глаза закрывать и чувствовать кожей, губами, пальцами, дыхание часто раскаленное, жгучее. Как бы не спятиться, то твое, то мое, то случайно. Неважно, просто по воле случая ворвалась, почти раздетая, девочка-комета, девочка-грозовая туча, девочка-нежность. Знаешь, ты моя неизбежность, ты моя сладкая участь. Все, что к тебе, предчувствие, пролитое в комнату утренним светом. Официально ты — это самое лучшее. Официально ты — это самое лучшее. Спасибо, спасибо большое. Я пошла татуху набивать. Никит, что я хочу сказать? Я думаю, с понедельника я буду один вести эфир, то есть ты можешь ее забирать в 9. Я пошла татуху набивать, знаешь, на всех. Не, ну очень круто. На всех местах. Это классно. А этот парень хорош, посмотрите, как он делает. Так горячо, как никогда раньше. Вы так отличаетесь, честно. И при этом так Ник, вот такое ощущение, как будто на Штайнберге где-то. Что такое Штайнберг? Я не ошибся, как называется главный у нас рояль, который... Вот самая главная фирма рояли, которая производит рояли. Красный Октябрь. Естественно. Вот ну так. Вот, человек-патриот. Да, на Красном Октябре, где-то в Венской опере, понимаешь, вот с таким лицом.
И Никита разбрасывающий. Вот папирусы. Так вот. Да, папирусы. Налево, направо, слегка улыбающийся, манящий Лизу Слушайте, взглядом. У меня вопрос. А как вообще вот ты долго пишешь это? Как этот процесс Где-то с 70-х. Я начал. Красавец, Никита, нормально. Сколько ты занимаешь времени? Вот как так это хороший вопрос. На самом деле... Спасибо. Это хороший вопрос. Я пишу давно, но выстрелило все это вместе с моим инстаграмом изначально. Я думаю, можно об этом рассказать. Да, конечно. Не так давно, это было в прошлом году. Угу. Так. И был... я записал один стих на видео, так. выложил его, и, так. Он, его подхватили, репостнули. Вот первое там, сразу. Да, миллионники ребята. И он собрал там 56 тысяч прослушиваний в первые сутки. Угу. И все изменилось. И все началось именно в этот момент. Слушай, ну а так вот, само стихотворение написать, все, это мучительно, это труд, это, или у тебя так раз и пришло? Слушай, ну это дар и проклятие, тут никуда не делать. Ты просто говоришь, Ник, наиграй что-нибудь. Ник начинает наигрывать. Навеет. Это немножко не то, давай вот чуть-чуть вправо, и все, оп-оп-оп, Паш. Друзья, мы совсем скоро вернемся, у нас впереди рекламная пауза, и у нас крутой сегодня, даже не знаю, как сказать, у нас сегодня музыкально-поэтический вечер. Можно и так сказать. У нас вечер увоза Лизы из эфира в 9 часов. Вот такой вот вечерок пятницы, а вы как хотели, пятница. Скоро вернемся, оставайтесь с нами. Страна FM. С нами. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну. Не одни мы с Лиз Галиной здесь сидим в эфире, вот посреди вот этих блестящих фигур на нашем полу, потому что у нас два Никита. Никита просто и Ник, который запрещает называть себя Никитой. Да. Он просто Ник. Он просто Ник. Граппобой. Да. Созрел вопрос, друзья. По итогу вот этого поэтического экскурса, который у нас был в предыдущем выходе, мы уже не можем не спросить. Планы на 15 августа есть кого? Нет? Что-нибудь? Планы на 15 да, августа. Да, да. Не то, не, ты не подумай, это не для себя интересует. Но что делаете? 15 августа свободно? Неизвестно, неизвестно. Вот вы подумайте, потому что 15 августа большой праздник. Не христианский, я знаю твое прошлое. Нет, не христианский праздник, но гораздо больше, гораздо выше этого. Трехлетие страны FM, телерадиоканала. Ого. Вызи Москва, мы будем праздновать, поэтому обязательно приходите, будет да, очень круто. Всех. Будет крутая тусовка. А, слушайте, у нас про вас пока, да, эфир. А, вот ты уже зарекнулся, у тебя очень обычное же прошлое было. Да. Я скрываю это тщательно, но давайте поговорим об этом. Давайте-ка. А ты скрывай. Подожди, если не хочешь, не будем говорить. Нет, я ничего не скрываю. А, ну и все, человек раньше. От вас у меня нет секретов. От Ника еще есть. Еще он есть тоже сейчас узнает него. Об этом. Ник в очках, Ник в очках и в наушниках. Я думаю, там человек в своем мире пребывает. Да, он музыку слушает. Привет, ребята. Он музыку пишет, да, сейчас. В голове, да, слушает в голове. Никит, почему ты не стал капелланом? Просто ответь нам и все. Человек учился, 5 лет учится, да, сейчас на это дело? Да, да. Я должен был быть священником, я учился даже, такое получил образование. Но так вышло, я понял, что я могу быть проповедником в другом. Важно вовремя понять свой путь. Я понял, что... Я должен это проповедовать, да. Слушай, я хочу углубиться. Но это сильно. Это было образование в Германии получено, правильно? Нет, это разное. Сначала я учился в Германии на кафедре искусств. Так. Мне нравится искусство. Угу. Так. Так вышло. Угу. А потом, да, у меня просто религиозные родители, очень мама. Так. И она говорит, давай. Я думаю, давай. Так а учился ты где? На Богословском. В России, да? Да. Вот учился бы там, может быть, и уже бы и был капелланом, понимаешь, с вот таким воротничком бы ходил. Там все по-другому. Да. А вот здесь вот так вот. Ну, опасно, понятно. Опасно. Ладно, ну слушайте, ну это чувствуется это духовное наполненность. А я чувствую, благодать полилась по студии. Да, хватит. Друзья мои, давайте на следующее. Давайте. Ваше совместное творчество. Да, мы с вашего позволения сыграем. Вот что сейчас будет? А это будет... Опять то, про что я рассказывал. Это то, с чего все началось. То, что набрало больше всего просмотров, о-о-о. И когда все выстрелило. То есть да? Такой старт. Сделаем это. Старт. Давайте-ка. Полетели. Не против? Мы за. Прошлое начисто лишено смысла. Все, что у нас есть, только здесь и сейчас. Давай мальбек и открывающий рислинг. Ты знаешь, океан — это там, где нет нас. Все это время, пока мы тут суетимся, где-то на пляжах гуляют тигры и львы, где-то, где мы никогда не случимся. Нежные волны целуют подножье скалы,
И знаешь что? Да может и хрен с ним. Прокуренный бар и в этом угар. Ты просто давай не грусти. Поверь, мы тут ничего не пропустим. Бери билеты, скорее давай улетим. Знаешь, при виде тебя, малыш, даже Земфира не скажет, камон. Ты прекрасна, как юный Париж в танцующем 68-м. Наша свобода со вкусом мороженого, а этот вкус у нее нечаст. Будьте реалистами, требуйте невозможного. Я хочу целовать тебя прямо сейчас. На знамени мудрость Синеки Луция. Жить значит бороться. Выходит, что нельзя на попятную. А я буду звать тебя моя революция. Настоящая. Невероятная. Настоящая. Невероятная. Настоящая. Невероятная. Ох. Вау. Как-то он так разошелся. Ох, вау. Ох. Входила это текст, да? Я уже видела и слышала в социальных 55 сетях. 55 тысяч просмотров, да? Да, теперь даже хочется больше. Вот так вот листик положить. Да, так, аккуратненько. Не раскидываться. Не разгуляешься тут. Слушай, очень относительно классно. Листиков очень тоже важный вопрос. Давай, мы тут смотрим, как листья падают. У нас уже осень, друзья, 20 какой сегодня? 6 да, июля, уже падают листья. Почему на черной бумаге белыми чернилами? Либо белый маркер? Ну, если ты обратишь внимание, у нас как будто бы нет белой одежды даже, а не то, что листов бумаги. Как будто бумаги. Бы, если, конечно, не считать подошву твоих модных кроссовок долларов за 500. Ну, да, нет, ну, это все скромность украшает. Это подарок да. А это подарок Ника. Да. Слушайте, чтобы у нас тоже были такие подарки после наших эфиров, бумага. У нас реклама должна обязательно быть, все-таки за это платят. Пожалуйста, друзья, реклама. Друзья, вы, кстати, можете задать свои вопросы, пишите. Инстаграм Страна FM. Телерадиоканал. А мы здесь с Граппой сидим. С Граппой вечер. Бой. Да, вот. Да. Граппа, кстати, а вот Граппа Бой включает... Граппа Бой, Ник Сапронов. Да, вот проект Граппа Бой, я понимаю, что твой псевдоним, но проект, бренд включает Ника или Ник особняком? Что туда входит вообще? Давай так, Граппа Бой, это что? Это началось с Инстаграма. Это просто так. Никнейм из Инстаграма, который прилип. Ага. Он хорошо работает. Да, наверное, проект Граппа Бой, да, можно так сказать. А кто входит? Ты так опять ушел от этого ответа. Я, моя бабушка, моя собака. Ну, Ник входит, ты скажи, Ник входит или Ник особняком? Ну, у нас дуэт. Да, у нас дуэт. Ник Сапронов и Граппа Бой. И Граппа Бой. Да, да, да. Ну, да. Не, когда права будете делить, нормально, самое то. Все за бабки переживает, конечно. Ну, конечно. А у вас есть вообще какие-то еще организаторы, там, люди-менеджеры, которые вам помогают? Кто вы эти 12 человек, которые стоят сидят, скажи вас? Да, да. Либо вы все самостоятельно это придумываете. Думаете, продюсируете? Честно признать, да. Мы подписаны на лейбл, да, у нас есть специально волшебные феи, которые рассыпают блесточки, мы так. Идем по их следу и попадаем в такие вот истории, разговоры. А, так говорить надо было с вами. Слушайте, а вообще, подождите, вот такой вопрос. Вот сейчас начинающим, так скажем, людям, которые пишут музыку, которые пишут стихи, вот как вы считаете, им проще, сложнее сейчас? Вот кто вообще со старта сейчас никак, ты думаешь, рванет? Ваше мнение? Ник, да, что делать давай, Лисе, ты за короче? Музыку, ты за музыку. Ну, мне кажется, в музыке всегда было одно и то же. Это главное делать свое дело с любовью и с душой, как в детстве, когда ты что-то рисуешь, не знаю, когда играешь во что-то. Надо играть просто, всегда играть. Несерьезно как бы. И быть искренним. Нет, ну, нет, когда ребенок играет, это для него это самое важное. Ну да. Да. Поэтому, когда ты творишь, ты, ну, это должно это быть для класс, тебя это важно. Это класс, это хорошие слова. Ну, без и ожиданий классно. Каких-то. Возьми таких. Стихи. Ну, не знаю, мечтать, дети мечтают, мы мечтаем, нужно не переставать мечтать, мне кажется, и, ну, и делать, любить это дело. И тогда все будет. Хорошая подводка к следующему стихотворению, так да, понимаю. Да, оно веселое, да, сейчас? Ну, давай, да, мы можем играть вам стихи. Давай. Мы для этого созданы. А мы созданы, чтобы их послушать. Это как раз со шляпой история. Ух ты. Давай разберемся в важном вопросе. Если жизнь — ночь, становись солнцем, это должно помочь.
Если себе не находишь места и сгораешь дотла, запомни, чем больше секса, тем меньше зла. Чувствую плохо себя, чертовски. Говорю себе, ну давай, сходи, наконец, попляши. Ну не зря написал как-то раз Бродский. Как он написал? Пылай, полыхай, греши. Такая история. Спасибо. Ой, круто. Мне понравилось. Очень спасибо. Классно. Вот это мне зашло это, очень. Отсюда же цитата была, да? Да. Класс. Да. Это такое, не знаю, можно так говорить, прилично это для джентльмена говорить, это как будто бы вирусные истории, они сторис из репостов, да, они улетают, разбегаются по интернету, их не поймаешь потом, и слова, слушай, и буквы. Слушай, а что тебя вообще побуждает писать? Вот что должно произойти, чтобы ты написал стихотворение про что-то? Там лейбл сзади сидит, понимаешь? Не, ну, что побуждает контракт? Может быть, правда, у тебя есть какие-то так. темы, которые ты обязан осветить по контракту, кто знает? Нет, это же поэзия, это такое, ну, либо есть, либо нет. Любовь — это то, что движет всем. Ну ты что, ты каждую это минуту любишь. Это главная религия на свете. Ну серьезно, вот что должно произойти, чтобы ты написал стих? Или такого что нет? Что должно произойти, ну, чтобы да. я написал виск? Ну, чтобы тебе 250 Джек Дэниелс. Так, с чем мешаешь? Шутки, нет, это все шутки. Если серьезно, то... У меня есть один секрет, хорошо? Ну давай уже. Я не позволяю себе никогда редактировать. То есть я придумал, написал, выложил и удалил с телефона. Ну, то есть, все. Да. Он больше не мне принадлежит. Сразу на чистовик. Да, да. И это возможно. То есть, когда ты правишь в этом во всем, вязнешь, думаешь, не знаю, это хорошо или плохо, вообще не буду постить. Грех. Такое бесконечное самоедство такое, да? Да. И, оказывается, это работает. Это помогает. Но это и ведет тебя к успеху, в конце концов. Ну да. Да, да. Ну, как-то это все так уже серьезно, мы как будто об этом разговариваем. Ну, к успеху ведут продюсеры. Да ладно, ну почему? Ты же сам стартовал сначала. И в интернете, как тебя подхватили, круто. Ты же не ожидал, что ты вот выложишь это все в соцсети и как-то выстрелит? У тебя же не было никаких... Подожди, или ты сначала с продюсером вот познакомился? Давай. Как было по-настоящему? Конечно же нет, конечно нет. Сначала приходит слава, затем приходят деньги... Женщины и все остальное. И все вот эти нахлебники. Джек Дэниелс. Так, еще что-нибудь почитаем? Не знаю, давайте спросим у Ника. Ник, что ты скажешь? Ты как? Да, давайте почитаем. Давайте, конечно. Тем более читать-то не тебе, естественно. Сейчас будет грустно, да, у нас? Грустно? Ну все, не про секс тебе будет. Ты готова к любому звонку входящему, ко всему существующему, ко всему предстоящему. Говоришь мне, просто я хочу почувствовать себя живой. Хочу узнать, каково это, когда любят по-настоящему, а не как с тобой. Вот такая история. Спасибо. Класс. Разбил мне сердце. И мне тоже. Разбил, да, мне сердце. А скажи мне... Меня прям пугает, что вы раз и молчите. Ну, нам очень нравится. Вот а иногда просто... кардиостимулятор просто барахлит. Скажи, Никита, а ты вообще слышал, когда люди читают твои стихи? Какая твоя реакция на это? То есть никогда ты сам, понятно, а тут же другая интерпретация. А вот идешь прям по Старому Арбату, ну, понимаешь, может быть, и вот он с шляпой стоит. Записывают видео, ходите. Может быть, так, да. Со шляпой, да, со шляпой. Да, на которой написана та же цитата. Нет, их часто читают вслух люди, и пока что, если честно, пока что мы совсем новые ребята, мы фрешмены, как говорят. Так, да. Где-то. Угу. Да. И конечно, так. Пока что мы просто офигеваем от того, что просто происходит. Нравится. Да, да. Ну, то есть я не понимаю, как на это реагировать. Это классно. Я ставлю сердечки, жму всем. А, то есть тебе это пока приятно, ты не оцениваешь, как считают, правильно, неправильно поняли. Или есть уже такое?
Ну, то есть, когда начинают набивать татуировками себе, тогда я понимаю, что да, это как бы это все не шутки, все по-серьезному. Как будто бы понимаешь, что надо этим заниматься, что это не как будто это не нужно. А что, бывает сомнение, что не надо этим заниматься? Это же у каждого есть парабола такая, когда... Что это какая-то ерунда, Я ничто, я ничего не умею, я классный. Нет, я ничего не умею, я классный. Друзья мои, так вот, если вы все-таки рассматриваете такой вид бизнеса для себя, хотите понять, как лучше читать, что делать, вы лучше включите все-таки 742-ю кнопку нашу трансляцию, включите сайт страна.фм, посмотрите, как это делает вместе с мимикой, жестикуляцией здесь Группа Бой. И вы поймете, как вам заработать на новом Арбате. Вот и все, правильно? Да. Никита, к тебе вопрос. Ник, прости. Да. А вот да. Когда, допустим, посещает такая меланхолия твоего коллегу, вы как-то подбадриваете друг друга, либо ты тоже грустишь, у вас общая апатия, депрессия. У вас ритмы совпадают. Свойственно тебе тоже вот такое сомнение в себе, что я никто, ничтожество, где успех? Никита все сказал правильно по этому поводу. У всех творческих людей, я думаю, все одинаково в этом плане. Конечно, есть. Конечно. То есть мы выпиваем перед концертом. А, серьезно? Как... Нет, то есть вы сейчас бухие пришли? Нет, это же... А, это не концерт, это не считается. Драка в такси всех отрезвила просто. Ага. Нет, на самом деле мы, когда вдвоем, мы всегда веселимся. Нам, да? Нам очень хорошо и весело. У нас нет такой двойной меланхолии, что мы на балконе сидим там. А вы живете вместе, да? Не, я не лезу к вам в душу. Мне просто интересно, как, так сказать, строить. Нет, я приезжаю в гости просто к Никите. Там. Я живу. К нему, да? Да, в Питере. И вот. А я в Москве. И когда у нас концерт, мы встречаемся накануне, репетируем. А давайте вообще про концерты. Когда будет ближайший? Где вас увидеть? У нас только что был концерт, мы чуть-чуть решили выдохнуть, передохнуть, но что-то у нас, нам нравится, понравилось ездить по регионам, да. Это интересно. Так. И у нас наклевывается несколько интересных историй, да. FM. Но пока ничего не подтвердилось, мы пока ничего не будем говорить. Но хорошо. Так. Это класс. Ездить по городам супер. Это когда все в новинку, это так здорово, это всегда. Самая дальняя точка какая была? Ларек рядом с моим домом, это считается. А там прям была сцена. Мы были на прошлой неделе в Туле. У нас был концерт в Туле на чудесном лофте. В регионах так красиво, там сейчас все переделывается. Старые заводы переделываются. Модно, так стильно. Да, и приходят такие люди красивые. Они приходят с одними лицами, слушают музыку. Ну давай мы послушаем музыку и вернемся. Да, мы скоро вернемся. А что ты молчишь? Друзья, ты мы зайти? Продолжаем. Лиза Калинина, Майквой студии. У нас в гостях сегодня Группа Бой, Ник Сапронов, поэт и композитор. Такой у нас шикарный дуэт. Мы наслаждаемся сегодня своим поэтическим вечером в нашем вечернем шоу. Парни, у нас финальный выход. Мы ждем от вас стихов, признаний. Да, признаний, потому что... Премьер. Сейчас премьер. Что хотите, рассказывайте, так да, скажем. Да, мы всему рады, мы уже самое плачем. Самое главное, какие-то практические советы. Вы всегда в черном, чтобы мы понимали, да? Да, мы стараемся придерживаться стиля. Я да. Что хотелось бы сказать. Да. У нас вышел на прошлой неделе, если не ошибаюсь, альбом, который называется «Группа Бой» и «Ник Сапронов». «Стихи и клавиши», так мы его назвали. Класс. Бесхитростно. Интересно. И мы сыграем с него одну композицию, если вы не против. Мы вообще за. Это только первая часть. Мы сейчас готовим еще один альбом. Угу. А еще хотелось бы... У нас недавно нам сделали ребята из интернета вот такие штуки. Покажи. Так, покажи нам на камеру. Ух ты, это что? Это типа... такие значки. Вау. Кому какой из вас? Давайте, кому подарочек. Какой? Один, ну я же должна цитат. Выбрать. Ну конечно ты. Ну нет, мы возьмем два и выберем. Давай, я передам. Класс. Спасибо тебе спасибо. Огромное. Вот кстати, да, я без шутки отмечу. Покажи на камеру. Это вот люди пришли, парни пришли, вот давай. Первые, кто не с пустыми руками, первые подарки отправляются в музей страны FM. Ну как музей, мне на джинсовочку. Ну ей домой. Класс, спасибо, очень приятно. Ребят, спасибо. Класс, спасибо. Нам очень-очень-очень ну нравится. Что, мы сыграем одну историю? Да теперь что хотите уже. Да что хотите, то и делайте. Что ты мне отдаешь? Я другой возьму. Она такая воздушная и трогательная, как нам. Лиза такая. А, песня. А, песня, да. Спасибо, Мишанечка, за комплименты. Чувствую воздух смирно,
нежность на кончиках пальцев, кровь по венам и почему-то ладан. Знаю, ты скажешь, да ладно, неужели прямо сейчас ты счастлив? Это так просто, смотри. Вот столик, его забронирую. И не забудь прикоснуться губами к зеркалу. На одном из пальцев. Самый красивый в этом городе дама. Самый красивый в этом городе дама. Самый красивый в этом городе дама. За роялем Ник Сапронов, группа Бой. Спасибо большое, подожди, что подожди, послушали. Подожди, подожди, подожди. Подожди, с пальцем что? Я хотел дождаться в конце, что с пальцем. Зеркало на одном из пальцев. Самый красивый в этом городе дамы. Дамы. По стиху надо прикоснуться губами. Я понял. Дашь потом, после эфира я прикоснусь губами и все пойму. Это очень круто. Прям аж вот даже не знаешь, что сказать на самом деле. Прям вообще. Я с удовольствием сходила на концерт. Это вы первый раз сейчас? Это премьера? Нет, было? Нет? Это композиция с нашего нового альбома, который уже в сети. Но вот публично мы первые сейчас. Так, я могу быть у тебя первым хотя бы в этом? Хотя бы в этом стихотворении. Я могу быть первым. Спасибо, парни. Хотелось эксклюзивчика. Да, это круто. Слушайте, ну что дальше? Вы как вы будете репетировать или так же за 2 часа до концерта будете? Я думаю, что мы сейчас с таксистами будем... Теперь за 3. Мы будем с таксистами снова драться сейчас где-то. Это у нас такой хобби. Может, вы тачку все-таки купить? Фургончик какой-то, да. Складчину. У меня нет прав, я не умею. У меня нет обязанностей. А у тебя нет обязанностей. Вот поэт, ты понимаешь? Нет прав, нет, не сразу, нет обязанностей. Что ты еще хочешь спросить у ребят? Вот ты спроси, пока есть возможность. Есть ли муза какая-то у вас? Молодец. Молодец. А у кого конкретно? Любая, да у обоих. У меня есть замечательная супруга. И что есть муза? Моя жена и мой ребенок, который родился месяц назад. Ник, красавец. Поздравляю тебя. Слушай, мальчик, девочка? Класс. Мальчик. Сын. Как назвал? Никита. Глеб. Я хотел назвать Одиссей, но мама не разрешила. Одиссей? А мама чья? Ребенка, в смысле, или твоя мама? Моя. Твоя? Моя мама. А твоя мама? Бабушка. Понял, бабушка, понял. Поняли. Одиссей. Класс. Я их очень люблю. Мы передаем привет Петербург, 102 FM. Не сказать, что это был главный адресант этого вопроса для Лизы, поэтому, пожалуйста, град побой. Да. Слушайте, ну, хоть и я произвожу впечатление ветреного джентльмена, но сердце все-таки сзади. Достаточно одной девчонки для того, чтобы писать такие истории. Вот так вот я отвечу. Что это значит вообще? Расшифруй мне, что он сейчас сказал. Если ничего не делаешь в пятничку после эфира, можем договориться. Примерно то же самое. Ой, смешно, не могу. Я не будучи джентльменом, тебе все объяснил. Заменишь. У меня только один вопрос тоже. Видишь, кого что интересует? Меня интересуют такие зубы у тебя, Никит, вообще. Что, это от природы так, да? Это по ипотеке, конечно. Что это? По ипотеке. Шутка, нет, это шутка. Это, да, хорошая наследственность. Какие зубы? У них хиты такие, как у меня, вообще обалденно. Я первый раз просто человек с такими же зубами. Ну а что, я не могу спросить, что ли? Пожалуйста, спрашивай. Что тебе одно, мне другое. Ладно, парни, мы говорим вам огромное спасибо. Тогда что, следим в социальных сетях, где за вами следить, смотреть, искать, где концерты. И скачивать альбом. Собачка Группа Бой, да, и все площадки во всем мире, везде. А вот Ник, я все заставляю, говорю, давай, заводи соцсети. У него нет Инстаграма. Он ретроград. 10 секунд, Ник, говори в свое оправдание, что хочешь, 10 секунд. У меня есть группа ВКонтакте. Называется? Композитор Ник Сапронов. Все, друзья, Ник Сапронов, Группа Бой, спасибо. Спасибо, ребят. Парни, было класс. Телерадиоканал «Страна FM». Один на всю страну.